Всем привет! Вы на канале Мастерской 3D-Крафт. Сегодня в видео будет речь о том, как можно совместить 3D-печать и флористику. Мы на наших принтерах напечатали вот такие замечательные вазы разных форм, цветов, размеров. В флористическом магазине закупили цветы, тоже разные, форм цветов, соответственно. На дно ваз пойдет оазис, такая вот штучка, она пропитывается водой, туда вставляют цветы, и они живут долго и счастливо. Также в наши букеты цветов пойдут, внимание, конфеты. Все любят конфеты, как бы кто-то любит цветы, кто-то любит конфеты, а все вместе полюбят наши букеты. Эти букеты будут подарочными, они предназначены к 14 февралю, к 8 марта, короче, к любому празднику, которому можно подарить цветы. Если вы хотите такие цветы, вы можете у нас их заказать. Ссылочка в описании. Приятного просмотра. Хочу представить вашему вниманию вот эти три композиции из цветов ваз, напечатанных на 3D принтере. Данные композиции вы можете подарить кому угодно, вашим девушкам, мамам, женам, сестрам, бабушкам, учителям, там, педагогам, кому угодно. Бонус данных композиций – их вазы, то есть в том, в чем они находятся. После того, как цветы отживут свое, вы можете их использовать после как украшение вашего дома, как повторно вазы, тоже цветы поставить, как искусственные, живые. Просто подарить кому-то – это очень красивый и качественный подарок. Хочу вам про каждую сейчас рассказать, что, о чем и вот что с этим делать. Первая композиция – это классический букет. Он выглядит официально, стильно, красиво. Это хризантемы. Они выполнены в виде полусферы. Вот. Их серединка ровно перекликается с цветом вазы. Это создает такую магию. Очень красиво, очень завораживающе. Вторая композиция. Благодаря форме цветов он выглядит немножко небрежно, но достаточно современно. Фишечкой всего этого букета становятся конфеты, которые вы видите. Немножко про вазу, которую мы напечатали. Ваза у нас напечатана из переходного пластика, очень ярких, красивых цветов. Данный букет вы можете подарить красивой и романтичной девушке. И, наконец, третья композиция, моя любимая. Это уже для настоящих ценителей, как вы понимаете, так как ваза выполнена в форме настоящего черепа, но ее яркий фиолетовый цвет вкупе с ярким зеленым цветом цветов дает очень яркую и положительную эмоцию. Я бы советовал такой букет дарить очень близким, знакомым, которые его по-настоящему оценят. Вот наши три букета. Вазы печатались пластиком ПЛА. Вы не думаете, что пластик может дать какую-нибудь химию, отравить цветы? Нет, это полностью биоразлагаемый пластик. Все с ним хорошо и все в порядке с цветами будет. Что я вам хочу сказать? Это очень ярко, очень круто, очень эмоционально. Каждый букет для
каждый тип, типа персоны, не знаю, как еще выразиться и сказать как-нибудь красиво. Что могу сказать? Спасибо человеку, который это все сделал. Прям очень гениальная девушка. Все шикарно. С этими конфетами. Череп мой любимый, я, наверное, его себе заберу и поставлю где-нибудь у себя дома. Может, рядом с кроватью, потому что, ну, запах от цветов, ну, сами понимаете, цветы всегда дают яркую эмоцию. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, если хотите видеть больше экспериментальных, интересных видео. Пишите ваши вопросы по поводу 3D-печати. Сниму видео, расскажу. До встречи. Говори, как хочешь. Да, я скажу, как хочу. Ваза напечатана в виде черепа фиолетового цвета. То есть никакой тут чернухи нет. Что такое чернуха?